Уважаемые дамы и господа, а сейчас на подиуме коллекция дизайнера Виктории Парамоновой. Готовили, девушки шикарные, я их очень всех очень люблю, все красотки. Все не постеснялись, одели платье без нижнего белья, потому что у нас расшиты шикарные, шикарным кружевом область грудей, и нужно было показать, решиться. Я очень рада, что у меня такие модели смелые. Я очень люблю натуральные шелка, красивые яркие оттенки, обожаю кружево, для этого я летаю в Дубай. Там самое, я считаю, лучшее кружево в мире, даже Китай, наверное, не сравнится со всем этим многообразием и огромными городами тканей. В общем, такая маленькая реклама Дубая сегодня была у меня на показе. Я люблю яркость, индивидуальность и сексуальность, естественно, потому что пока ты молодая, красивая девушка, почему бы не показывать свои достойные части тела. Девушка в вашем наряде, какая она? Опишите ее, пожалуйста. Она, безусловно, красивая, женственная. Я ее представляла лежащей в лепестках роз, как в фильме «Красота по-американски». В общем, женственная, красивая, уверенная в себе, манящая, кокетливая. Вот все, что вот мужчина представляет, мне кажется, в своем образе идеальной женщины, наверное, вот ее я как бы представляла и воплощала свои идеи у себя в ателье. На Патриках, кстати, вас всех приглашаю. Шьем на Новый год, сейчас новую коллекцию. Может быть, раскройте секрет, может быть, есть какой-то сюрприз или новшество в вашей новой коллекции? Может быть, вы какую-то тайну приоткроете?
вот, к Новому году? К Новому году у нас преобладает атлас, тяжелые, пышные юбки, корсеты, расшитые стразами Сваровски. Я все люблю, очень такое яркое. На самом деле разные платья, и они пышные, есть и юбочки, и короткие, мы и находимся рыбки. На ювелирной неделе моды. Скажите, носите ли вы какие-либо драгоценности? Да, я ношу драгоценности. Бренды не буду рекламировать, но все знают, самые известные, красивые часы, сережки. Лора и Роткинс, например, я люблю сережки, шикарнейшие. Остальные все мировые бренды все знают. В общем, я люблю драгоценности, так же, как и многие девушки. Участвовала Барби, мировая известная актриса. У меня участвовала Татьяна Комаркова, это актриса в клипе Олега Яковлева. Вот. У меня много красивых женщин, достойных. Они тоже все любят драгоценности и красивые платья, как у меня. А есть ли у вас любимые украшения? Наверное, это мои платья. Все-таки я к бриллиантам не так отношусь, конечно, с любовью, как к своему, то, что я сама создала. Потому что это было с такой любовью, с таким трепетом. Каждое удавшееся красивое платье, от которого я получаю комплименты, я просто внутри ликую. А часы я сама не создаю, к сожалению. Бриллианты не выбираю, как они там поставлены. А платье создаю сама. Все, для меня это самая лучшая роскошь и украшение. Я вас люблю.